Доброе утро, дорогие мои друзья и гости моего Сливы дома. созрели. Пришла собирать Я, значит, сейчас соберу, буду варить аджику из слив и немного замариную. Сегодня пасмурно, но зато прохладно. Вот такое у нас дерево. Прохладно. Сейчас соберу сливки. Вот. Сливы такие не очень сладкие, они кисло-сладкие. Самое очень хорошее для того, чтобы из них сварить аджику. Вот такое у нас дерево. Вот, смотрите, какие. Посмотрите, какие у нас ветви, наполненные сливами. Собирать сливки. Они уже падают даже. Ну вот, собрала небольшой урожай. Ведерочку слив, яблочки собрала. Какие здесь еще остались. А это я вам показываю сейчас, как цветет красиво клематис. Яркими такими оранжевыми колоколами. Итак, сливы я приготовила, удалила из них косточки. Сливы я беру средней спелости такие, чтобы они были не слишком переспелые, такие еще зеленоватые, потому что это аджика все-таки. Вот. Перец тоже разрезала, удалила из него семена. Лук порезала. И сейчас что? Сейчас сливы, лук и перец я перебью на блендере. Можно на мясорубке, кто как хочет. И потом буду проваривать в течение 15 минут. Ну, дальнейшее я вам все покажу. Готовленные сливы я беру и укладываю в блендер. Вот так. Сейчас я их буду здесь перебивать. Потом перец. Даже можно вот так. С луком я их буду перебивать сразу. Вот так. Вот. Сливу с луком я перебила. Сейчас буду перебивать острый красный перец. Вот острый красный перец. И теперь, значит, я буду потом все это проваривать в течение 15 минут. Перемешиваю и ставлю на огонь для проварки. После закипания 15 минут. Вот я хорошо перемешала. О, сейчас буду ставить. Жика проварилась. Вот такой она теперь имеет цвет. И, значит, я сейчас сюда забрасываю соль со специями, красную паприку. И еще положу сюда 300 грамм томатной пасты. Не 400, как по рецепту, а 300. Потому что аджика имеет довольно-таки хороший, уже яркий красный цвет. И буду опять проваривать эту массу в течение 10 минут. Вот так все перемешиваем. И сейчас еще. Вот опять я все перемешиваю вместе уже с томатной пастой, со специями. И буду ставить опять на проварочку на 10 минут. С перцем горьким и с луком. Значит, я положила чайную ложку сахара. Когда я проваривала сливу с луком, я положила чайную ложку сахара. Вот. А сейчас у меня уже все вместе проваривается с солью и со специями. Теперь я добавила чеснок 200 грамм. Сюда его хорошо перемешиваю в нашу аджику. И буду проваривать еще в течение 5-7 минут. Вот так.
дорогие мои. Вот такая чудесная аджика у меня получилась из слив. Она очень густая и очень вкусная. Поверьте мне, очень вкусная. Ее на хлебушек можно намазывать. Вот у меня получились 2 500-граммовые баночки. Ну и здесь, наверное, я так думаю, грамм 300 это точно. Всего вам доброго. Рекомендую вам делать вот такую сливовую аджику. Пока-пока, мои хорошие.